Здравствуйте, друзья! Сегодня суббота. Первое прохладное утро в Одессе. Красавица Одесса одевает на себя постепенно осенний наряд. А мы идем к Думской, где с 28 числа проходят митинги. Митингующие требуют, чтобы средства, выделенные на ремонт и пристройку Киевского суда, ремонт ТЮЗа и некоторые еще статьи были перераспределены в пользу ЗСУ. Я уже по дороге поняла, что сегодня к зданию горсовета не пустили. А зачем? Зачем портить настроение? Труханов не выходит к митингующим. Он вышел тогда, когда было несколько человек, небольшая митингующая группа, пытался с ними поговорить о том, что чем вам не нравится ТЮЗ, там крыша падает, что-то еще там падает, ну, в общем, ничего вразумительного. Сегодня митингующие тоже не дождались никого из руководства города. Обратите внимание, это Одесса, это одесситы. Здесь активная часть Одессы. Здесь настоящие одесситы. Еще раз подчеркиваю, Одесса не только танцует, не только поет. Одесса работает, учится, Одесса воюет. Одесса не безразлична, Одесса активна, Одесса город-герой. Посмотрите, пожалуйста, на содержание всех транспарантов, которые пишутся тут же от руки. Думаю, ни у кого не осталось сомнений, что Одесса – это Украина. Проплаченных на этих митингах по логике даже быть не может. Гроши на ЗСУ. Все для перемоги. Все для перемоги. Дети рисуют по нашей редкой желтой брусчатке гроши на ЗСУ. Брусчатка очень прочная. Эти действия ей не повредят. А я вечером посмотрю, не смыли ли эти надписи. Это практически на фоне оперного театра. Даже одесские собаки поют гимн Украины.
Так началось утро в Одессе. До встречи, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео. Пусть все знают, что происходит в Одессе.